Такое явление, как буккроссинг, известно, наверное, уже многим. Любой может взять понравившуюся книгу, разумеется, совершенно бесплатно там, где это место предусмотрено. Хорошая новость для любителей проводить свой досуг за чтением. По инициативе администрации района в Кашихабле появился первый книгообменник. Необычная книжная полка располагается в самом центре аула. Теперь здесь можно не только отдохнуть в тени деревьев, но и приобщиться к миру литературы. Первые книжки в этот домик со стеклянной дверцей положили старшеклассники обеих школ районного центра. На самом деле мы очень рады тому, что в нашем районе появился книгообменник. Книгообменник – это обычный стеллаж, своеобразный бесплатный книжный магазин. Любой человек может прийти, взять книгу свою любимую или оставить, что уже прочитал. Сегодня мы принесли сказки для маленьких детей и литературу для взрослых. Каждый желающий может взять отсюда книгу и поставить свою, которой хотел бы поделиться. В этом и заключается основная идея буккроссинга – непрекращающийся обмен книгами. Данная точка будет работать ежедневно и будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Надеемся, что это место станет востребованным как среди молодежи, так и взрослого населения.